прокуратура провела проверку, выявила факт нарушения матерью ненадлежащего исполнения ее родительских прав по лечению и реабилитации детей. Если с ее стороны действительно нарушение, если основания для привлечения ее к административной ответственности, тогда, конечно, мы ее привлечем. По словам Елены, прошедший год она не возила девочек на реабилитацию в Барнаул из-за своей болезни ног. В остальное время это было невозможно, так как в семье нет специальных колясок для инвалидов, которые бы подходили девочкам, в особенности Виолетте. Осложненное ДЦП изогнуло ее тело так, что стандартные размеры колясок и креплений не помогают. Больше всего Елена боится, что ее могут лишить родительских прав. Каждый день, да через день нас посещают. Что-то не так. За 6 лет у меня никого не было здесь, никого. Я говорю, если даже кто-то приезжал просто попутно, вроде как бы просто для любопытства поинтересоваться, живы, здоровы. Я говорю, я за 6 лет ей сохраняла жизнь как могла, кормила ее из ложечки и капельки добавляла. И я же осталась плохая мама.